Всем привет, с вами канал «Все для огород». Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы, а также гости канала. Вот решил я купить себе раскладной телефон. Вы скажете, отстой или это старье. Но у меня, я люблю почему-то раскладные телефоны, потому что они долго работают. Вот. Не то, что эти смартфоны, надо каждый день-два, надо его обязательно заряжать. А этот телефон работает, написано, 10, до 10 суток он может работать без заряда, поэтому я его и выбрал такой. Аккумулятор здесь 1200 мАч, это не как раньше были такие раскладные телефоны, там были 600 мАч, здесь в два раза больше. Естественно, он проработает 10 дней свободно. Есть кнопка SOS, есть два экрана. Один экран показывает время, показывает, когда вы набираете это самое номер какой-то. А вот этот экран, это тоже экран. Здесь видите, как-то вот это экран. То есть здесь есть функция, без открывания этой раскладушки можно нажать на кнопку и разговаривать. Такая функция. Значит, аккумулятор 1200 мАч. Камера 1,3 мегапикселя, можно снимать как видео, так и фото. Есть возможность подключения к интернету. Тоже здесь есть. Если вот ваша симка, есть там интернет какой-то, вот, значит, он подключится. Так, еще мелодию можно устанавливать свою. И иконку, если вам не нравится, ну, вот эту картинку, можно менять. То есть взять какую-то, снять эту с какого журнала какую-то картинку и сюда поставить на вот эту самую на эту панель, то есть на этот экран, эту свою какую-то картинку. Вот. Вот такой смартфончик. То есть рук. Телефончик. Вот он. У меня попался он в черном цвете. То есть он, если здесь вот он красный, а вот эта сторона черная, он у меня весь черный попался. Так, комплектация простая. Это зарядное устройство вот с таким микро этим, этой фигней, как правильно назвать, я не знаю. Вот. Также есть он стоил 3 890 рублей. Вот он чек. Здесь вот гарантийный талон. Здесь на четырех языках, на русском, на казахском, украинском, еще какой-то язык, по-моему, английский еще здесь. То есть здесь уже все написано. Вот здесь можно все почитать, здесь все вам покажут. То есть здесь повторение разных языков, все здесь написано. Вот написано, интернет есть, видите, вот что я же не вру, здесь видите, есть услуга интернета. То есть можно подключать интернет. И кнопка SOS, естественно, есть. С таким телефоном кнопка SOS вот здесь вот наверху она находится. А на кнопке SOS можно выставить 9 разных этих самых номеров. Так, пока не закрою этот. Вот. Вот я здесь снял уже. Вот это тоже сейчас экран. То есть вот здесь он показывает этот экран заряд батареи. СМСки вот это вот, когда приходит, он будет гореть. И также вот эта клавиша. Значит, можно, если кто-то звонит, можно нажать на эту клавишу и разговаривать, не открывая этот раскладной телефон. На этой стороне стоит динамик, фонарик и камера на 1,3 мегапикселя. Фонарик вот так работает. То есть нажимаем здесь, он так вот светится. Вот смотрите. Довольно ярко светит. Вот, вот этот отсек у нас открывается по-другому. Если с пластмассовых корпусах надо было пальцем поддеть, там был такой что это прорезь, надо на себя тянуть. Здесь она сдвигается. То есть вот эта часть, она металлическая. Вот так вот двигаем, вот здесь вот. И все, металлическое. Значит, аккумулятор будет, когда нагреваться, за счет вот этой металлической части, он будет охлаждаться. Вот. Здесь ставим карту памяти, на которую можно записать какую-то свою мелодию.
и выставить ее вместо штатных этих мелодий. И сюда поставить симку. Видите, симки здесь большие, не то что маленькие. Но я сюда маленькую сюда воткнул, вот там она работает. У меня уже больших нету. Вот. Время, дату выставлять не обязательно, она устанавливается автоматически. То есть, когда включаете телефон, вот, задвигаем, все. А здесь еще есть гнездо под гарнитуру. Но она в комплект не дается, то есть здесь есть радио, но радио я пробовал, работает как с гарнитурой и работает без гарнитуры. А сюда мы подзаряжаем. Вот такой телефон, здесь видите, кнопки довольно большие, крупные, то есть подходит для людей с возрастом 50+, ну, пожилого возраста. Все здесь понятно. А, еще один момент. Здесь надо разблокировать телефон. То есть, когда вы включаете сам телефон. Вот он включился. Вот эту музыку можно тоже убрать. Кому, может быть, она нервирует. Вот. Чтобы написано разблокировать. То есть, надо нажать верхнюю клавишу, вот эту, и звездочку. Тогда мы разблокируем телефон. Все. Кнопки у нас идет звуковое оповещение. То есть надо разблокировать. Опять я разблокировался. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Звездочка, решетка. То есть, понятно, да, то есть, если там человек пожилой и плохо видит, нажимает, и вот это звуковое оповещение вам поможет, его, этому человеку поможет точно набрать этот номер. То есть, это звуковое оповещение можно в меню отключить, если вам оно не нужна, можно отключить. Вот, ну здесь вот так разные, вот, если опять разблокируете, если оно опять разблокируется. Вот, здесь вот быстрое меню, то есть вот это, здесь вот, вот этими, это курсор ходит влево, вправо, вверх, вниз, и кнопка это окей. Ну, можно и эту нажать, тоже окей будет. Вот, понятно, да? То есть вот такой смартфончик. Мелодию свою закачал, вот, и все. Такой маленький обзорчик. Если кто-то звонит, можно раз взять и нажать, и можно разговаривать. Как раз для бабушки подходит. С вами канал «Все для города». Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Кто еще не приобрел, приобретайте. Нормальная штука, честно говоря. Звонилка хорошая. Все слышно хорошо. И я говорю, можно не открывая, это называется громкая связь, нажать на эту клавишу, и уже разговаривать. Это называется громкая связь. А я думал, где же эта громкая связь? А она оказалась здесь совсем рядом. То есть, не открывая этот раскладной телефон, нажимаем на клавишу и разговариваем. У меня немного есть еще другой раскладной телефон. Там надо на зеленую кнопку два раза нажать. Там немножко другого меню. Вот. Почему я два? Потому что один бывает разрядился, другие можно как бы звонить. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик, вот, чтобы не пропустить следующее видео. В принципе, за 4000 нормальный раскладной телефон. 10 суток гарантированно будет работать без заряда. А заряжается он в течение 2 часов таким зарядом полностью. Вот. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для города». Всем пока-пока. Ставьте лайки, жмите на колокольчик. Вот хороший телефон. Мне он достался в черном свете. Вот. Ну, лучше не будет пачкаться. А некоторые бывают красные. Так, то есть вот это основание красное, а вот это все равно, вот эта часть, вот эта вот, вот она это черная. А мне черный достался. Ну, какая разница. Черный так черный. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. С вами канал «Все для города».